Малаховская подстанция скорой помощи ждет своего обновления. Капитальный ремонт в рамках партийного проекта «Единой России. Здоровье будущего» там идет второй месяц. Ход строительных работ проверил Владимир Ружицкий. Сейчас на Малаховской подстанции скорой помощи идут работы на фасадной и внутренней части здания. Демонтаж, отбивка старой штукатурки, нанесение новой. В ближайшее время по плану чистовая отделка помещений и ремонт инженерных систем. Подрядная организация с опытом, я вот переговорил с парнями, которые здесь работают, не вызывает опасений, потому что материалы все закуплены. Ну, такая обычная рабочая атмосфера, где нет никаких сомнений, что эти работы будут выполнены. Ремонт на подстанции начался в июле этого года. Закончить планируется к началу октября. В обновленном здании будут работать три бригады скорой помощи. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.